Ледовую переправу Якутск-Нижний Бестях откроют в начале следующего года. Упрдор-Вилюй информирует, что автозимник федеральной дороги Колыма откроется 5 января 2017 года для транспорта весом до 10 тонн. Исходя из толщины льда и погодных условий, сроки могут измениться. В настоящее время на участке ледового автозимника производятся работы по обустройству подходов с обеих берегов реки Лена и по выбору трассы.